Якутия в мире. Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас замечательная гостья из Австралии, Саргалана Кандакова. Саргалана, добрый день. Спасибо большое, что согласились ответить на наши вопросы. И в первую очередь просим немного рассказать о себе. Я родилась и выросла в поселке Чкурдах, закончила там школу. Я из простой рабочей семьи, мой отец был бригадиром в рыбозаводе. Моя мама всю жизнь проработала главным бухгалтером в киносети. И после завершения школы я поехала учиться в Якутский государственный университет по специальности учителя английского языка и литературы. После окончания университета я работала в 5-й школе, в гуманитарном лицее. А несколько лет до отъезда в Австралию я работала на кафедре английской филологии и в международном отделе СВФУ. Я замужем, у нас двое детей с мужем. Дочке исполняется вот на днях 19 лет, а сыну 10 лет. Вот. И когда родился второй ребенок, я ушла в декрет, и после декрета я уже не вышла на работу, а мы уже получили визу и уехали в Австралию. Думаю, многим интересно, как давно вы живете в Австралии и почему выбрали Мельбурн. Наша семья, мы очень любили всегда путешествовать, много ездили по разным странам, в отпуск, я ездила много по работе, и у нас появилась такая идея, может быть, пожить где-то за рубежом, и вот мы начали выбирать, думать, какую страну, и на тот момент с открытой эмиграцией было всего 3 страны, это Австралия, Канада и Новая Зеландия. Ну, в Канаде я была несколько раз, Новая Зеландия мне показалась какой-то далекой очень страной, а Австралия, хоть и далекая, но это же целый континент, целый материк, такое неизведанное, интересное, необычное, и вот решили попробовать поехать в Австралию. Знакомых друзей у нас на тот момент не было в той стране, но в Австралии существует очень прозрачная иммиграционная политика. То есть можно зайти на сайт австралийский, правительственный по иммиграции, и изучить различные визы, а их здесь несколько десятков, и выбрать ту визу, которая подходит вам. Так как мой муж инженер и работал в области IT, мы решили попробовать, значит, предложить свою кандидатуру в качестве возможной для поездки в Австралию, потому что в Австралии есть такой специальный список востребованных профессий, куда входят сотни различных профессий, которые требуются в Австралии. И вот его профессия, software engineer, инженер в области IT, она как раз была в этом списке, и мы начали процесс иммиграции, который занял у нас, конечно же, несколько лет, потому что нужно подтверждать диплом, нужно сдавать английский язык заявителю главному, нужно подтверждать опыт работы, проходить медосмотр и прочее, прочее. Все это мы делали самостоятельно, сидя у себя в квартире в Якутске. И таким образом получили визу, которая называется виза постоянного резидента. То есть это практически гражданин Австралии. Вы въезжаете по этой визе, и через 4 года Австралия предоставляет вам гражданство. Это не рабочая виза. То есть у нас не было на момент получения этой визы работы или предложения, или знакомых. То есть вы просто приезжаете в страну с чемоданами со своими и начинаете поиски работы. Это такая независимая. В Австралии мы живем 7 лет. А Мельбурн мы выбрали специально, так как это самый южный мегаполис в Австралии, а значит, самый нежаркий город в Австралии. То есть он ближе к Антарктиде находится. Поэтому Мельбурн, конечно, выигрывал в этом плане, потому что мы не переносим жару. А еще Мельбурн 8 лет подряд был самым лучшим городом для жизни на Земле. То есть там учитывались здравоохранение, безопасность, образование, уровень жизни людей. Поэтому, конечно же, мы выбрали Мельбурн в этом плане, да, тоже. Саргалана, а чем вы занимаетесь сейчас? Я работаю воспитателем, но большую часть времени посвящаю дому, детям. Ну, также у меня есть несколько хобби.
которым я сейчас активно занимаюсь. Это мое рукоделие. Занимаюсь я творчеством, делаю реквизиты для фотосессий из бумаги, это цветы, делаю крылья. Ну, что-то вот такое творческое, мне это нравится делать. Мой муж, он работает по специальности в области IT, в отделе IT одного из технологических университетов Мельбурна. Сын учится в 4-м классе, а дочка учится на 2-м курсе университета. Скажите, а к чему дольше всего привыкали на новом континенте? Что северному человеку кажется необычным, странным, очень неожиданным? Да, привыкали мы, конечно же, к Австралии и к ее реалиям достаточно интересно, особенно в первые годы, наверное, первые 2 года, конечно, были очень интересные и порой забавные. Австралия нам казалась, во-первых, неизведанной какой-то страной, так оно и есть, потому что Австралия находится в южном полушарии, а это значит, что все сезоны наоборот. Вот сейчас в Якутске наступает весна, а у нас в Австралии наступает осень. Конечно, вот этот факт нас сильно не то чтобы забавлял, но был немножечко странным для нашего восприятия. Поэтому из-за этого, конечно, тут и Новый год по-другому ощущается, Рождество, потом учебный год, он совпадает с календарным годом, то есть дети идут учиться не 1 сентября, а 1 февраля, а заканчивают учиться 15 декабря, то есть перед летними каникулами. Вот, поэтому здесь как-то все по-другому. И поэтому ощущаешь себя не то чтобы в другой стране, а даже есть такое ощущение, что на другой планете. Потому что законы природы немножко другие. Ну, он понимает, что да, это тот же год, то же время, но время года совершенно другое. И вся жизнь подстраивается уже совсем иначе, да. Также флора и фауна. То есть животный мир, конечно же, для нас был совершенно невероятным. То есть как будто бы попадаешь в учебник по географии, когда ты встречаешь кенгуру в парке, диких кенгуру, или там в лесу ты видишь коалу на дереве. Это, конечно, очень странно и непонятно для начала. Потом начинаешь привыкать, но все равно я до сих пор с таким трепетом отношусь к животному миру в Австралии, к чему-то очень необычному, такому волшебному для меня. Не могу до сих пор привыкнуть. Ну, климатически, конечно, Австралия оказалась не совсем той страной, о которой думали мы раньше. То есть все думают, что Австралия такая жаркая страна. Но на самом деле, а мы живем в городе Мельбурн, это самый южный мегаполис. А на самом деле, чем южнее, тем прохладнее климат. И Мельбурн хорошо нами воспринимается, потому что он совершенно не жаркий. А зимой у нас... А это июнь, июль, август. У нас плюс 15 днем, плюс 12, а ночью плюс 4, может быть, до нуля редко опускается. А летом плюс 25, плюс 30, 35 градусов, то есть не очень жарко. В этом плане, конечно же, Мельбурн сильно выигрывает. А уже севернее, в северных городах, конечно, там уже ближе к экватору, уже климат совершенно другой. Субтропики, тропики. Очень жарко, очень влажно, то есть то, что как раз мы не переносим, да, как истинные северяне. А насчет севера, если, например, дует северный ветер, то это означает, что будет очень жарко. И наоборот, если мы видим в прогнозе южный ветер, это значит, будет прохладно. Вот такие вот интересные моменты. Знают ли австралийцы о Якутии? И что вы обычно рассказываете своим друзьям, коллегам? Своим коллегам и друзьям мы, конечно же, много рассказываем о Якутии, но здешние люди, они очень много знают про Сибирь, что это самый холодный регион в мире, что здесь зимой бывают очень низкие температуры. Наш сын и наша дочка в школе много рассказывали также о Якутии, то есть здесь проходят такие дни, посвященные различным культурам. И наша дочка неоднократно выступала, играла на хамусе в школе, а наш сын Коля, он надевал якутский костюм, носил с собой дайбир, рассказывал о традициях, о культуре. Это было и в детском саду, и в школе сейчас. Поэтому, конечно, мы много рассказываем о Якутии. Но здесь, как я уже сказала, очень многие люди знают, где находится Сибирь, знают город Якутск. Конечно, все равно многие очень удивляются, как живут там люди в таких суровых климатических условиях, восхищаются людьми, живущими в Якутии. Мы с удовольствием рассказываем о нашей родине.
Это очень здорово, что вы и ваши дети рассказываете о Якутии, о далекой Австралии. Скажите, а о чем вы больше всего ностальгируете, когда думаете о родной республике? Да, очень часто спрашивают нас про ностальгию, есть ли она. Конечно, эмигранты, которые живут в чужой стране, конечно, у них присутствует ностальгия, и у нас она тоже есть и была. Особенно чувствовалась ностальгия в первые 2 года, наверное, 1,5 года, потому что нет ни знакомых здесь, ни друзей, все новое, новая еда, новый язык, новая среда, новый климат. Естественно, и все это происходит очень быстро, без подготовки, так скажем. Вы приезжаете и начинаете жить. Поэтому ностальгия, конечно, присутствует, и у всех она разная. Когда мы приехали сюда, я почему-то больше стала скучать по своему родному поселку, по поселку Чекурдах, по рыбе чекурдахской. Здесь я вот чувствую, что мне не хватает именно вот каких-то, такая пищевая ностальгия. Хочется отведать свои блюда, да, родные, морожку. Вот. Пожив здесь 1,5 года в Австралии, мы съездили в Якутск, встречались с друзьями, много общались, много ели. И, конечно, такие поездки, они очень помогают именно вот бороться, да, с ностальгией. А детям мы много рассказываем о нашей республике, о блюдах, что-то вместе готовим. Я рассказываю о своем поселке Чекурдах. То есть стараемся поддержать в них вот любовь, да, к родине, к республике, потому что дети наши родились в республике, и, конечно, они остаются россиянами, якутянами, якутами. И в нашем доме в основном звучит русская, якутская речь. То есть по-английски мы в доме не говорим, чтобы сохранять языки. Телевидение, НВК, САХА мы смотрим дома. То есть вот так вот мы и, можно сказать, решаем этот вопрос ностальгии. И, пользуясь случаем, хотим попросить вас сказать несколько слов нашим слушателям. Спасибо большое за интервью. И хотела бы пожелать всем жителям республики оставаться в это непростое время человечными, добрыми, уделять больше времени своей семье, поддерживать друг друга, сохранять оптимизм, несмотря ни на что. Конечно же, хотела бы пожелать здоровья, чтобы вы заботились о своем здоровье, о своем теле. Хочу пожелать мира. Всех вам благ. Спасибо большое за внимание. Сахам сирин джонугар багаремете кюстах доробуяне барекарени эйене эрели уэрюни ванна тапталы бары багасанағы толун джоллах болун мақтау. Саргалана, огромное спасибо за ответы на наши вопросы. Желаем вам и вашей семье крепкого здоровья, благополучия и успехов. Дорогие друзья, я напомню, что у нас в гостях была Саргалана Кандакова из Австралии. А для вас сегодня работали Екатерина Голикова и я, Савина Данилова. До новых встреч! Берегите друг друга! Якутия – это земля, которая навсегда оставляет в жизни и памяти людей свой неизгладимый след, особые чувства. Для кого-то это повод для гордости, что этот край навсегда остался в их сердце родиной, другим, что они смогли прикоснуться к его истории, самобытности и красоте. Желаем героям нашей передачи добрых дорог, которые приведут их к успеху, энергии, оптимизма и счастья. Бусаскы кем?
сидеть, еду и думаю, Бары бирген, жолох, дегер.